Всем привет, с вами Андрей Калашников, Дарт Калаш Пул. Сегодня я решил сделать обзор на Прогу Билайн. Как вы уже знаете, слышали, наверное, может быть и знаете, вчера Билайн обновил свой логотип впервые с 2005 года. Выпустили они новую Прогу, заменили логотип. Вот вы видите новое лого, и вместо заглавной буквы сделали маленькую. Также была реклама, очень яркая, красивая. Ну, я думаю, все уже достаточно в курсе функционала Проги и то, что приложение пока сыровато, но они обещали продолжить его разработку. Разрабатывать и обновлять постепенно, но приложение пока сыровато. Заменена стартовая страница. Также я надеюсь, то, что они и обновят виджеты, сделают их более новыми, более информативными. Ну что ж, поехали в саму прогу, а точнее давайте посмотрим их новый тарифный план, твое решение. Так, продолжаем запись. Так, вот он, их новый тарифный план, твое решение. Давайте посмотрим, что они тут нам предлагают. Это тариф-конструктор, чем-то напоминает связь Z. Можно сказать, связь Z2, но только с ежемесячной оплатой и, к сожалению, сгораемым объемом гигабайт, минут, ну и того, что вы подключите. Так, выбирайте нужный объем гигабайта, минут, персональные условия в вашем тарифе, подключайтесь без лимит к любимым интернет-сервисам, настройте под себя. Ну давайте посмотрим. Так, стандартные настройки. Мы видим, что здесь стоит так, 40 гигабайт. Ну, например, я хочу безлимит. Ого. А безлимита нет. Предел 70 гигабайт. Но минуты особо мне не нужны, так как я в основном пользуюсь WhatsApp и другими соцсетями. Выберу минималку 20 минут. То есть, извините, 200 минут. Не понимаю, почему нет безлимита. 70 гигабайт. 70 гигабайт на месяц, но это очень слишком мало для интернета. Ладно, мы посмотрим сейчас безлимит подключить, чтобы он трафик не израсходовал. Ну, так этот 70 гигабайт на выгрузку и загрузку, так как я очень часто скачиваю какой-то определенный контент, мне, честно, будет маловато. Звонки 200 минут меня устраивают, потому что, еще раз говорю, телефоном в качестве звонилки я пользуюсь редко. В основном все WhatsApp, ВК. Так, идем дальше, видим. Пакет ТВ-каналов. Какой пакет ТВ-каналов? Зачем он мне нужен? Зачем, в принципе, навязывать эти ТВ-каналы? В принципе, да и кому они нужны? Нет, ну, возможно, кому-то нужны, но мне лично не нужны. Да и какие ТВ-каналы? 20 бесплатных каналов. Мне лично они не нужны. И стоит, не сгорая. Ну, как говорится, отключить нельзя. Так, давайте посмотрим, что дальше. СМС. Ну, в принципе, я не знаю людей, которые сейчас пользуются смс-ками. Я лично пользуюсь смс крайне редко. В основном, если написать, ну, например, тем людям, которые пользуются кнопочными телефонами. Ну, в принципе, для меня это не особо важно. Ну, ладно, подключим. Так, безлимитные мессенджеры.
0 рублей. Подключаем. Необходимая функция для меня нужная. Дальше. Безлимитные звонки на Билайн. То есть, чтобы не израсходовать минуты на звонки Билайн. Так как у меня знакомые сидят на любых тарифах, кроме Билайна, мне это не особо нужно. Так, безлимитное видео, конечно, пойдет, потому что я люблю зависать в Ютубе. Очень часто люблю зависать. Также смотрю и фильмы онлайн, и еще что-то онлайн. Так, безлимитная музыка. Она пойдет. И безлимитные социальные сети. То есть я, конечно, рад, но мне не нравятся два момента. Первое. То, что здесь нет безлимитного интернета. То есть 70 гигабайт для меня это мало. Очень мало. И мне не нравится вот этот пак ТВ-канала. И вот проблемы со связью. Зачем он нужен, непонятно. Впихивать его. И в основном, вот примерно я для себя конструктор собрал. То, что мне необходимо. Получается 590 рублей в месяц. Минус 10 рублей. То, что я плачу сейчас за свой тариф. Это... Да какой там тариф-то хоть? Моя семья, по-моему. Или что-то такое, я точно не помню. 600 рублей. У меня безлимитный интернет. У меня 1400 минут. И 300 смс. Ну, мне этого, в принципе, даже очень много. Не знаю, как приживется этот тарифный план в народе. Будет он популярен или... Не особо будет популярным, но два минуса в нем пока. То, что здесь нет безлимитного интернета, а предел 70 гигабайт. И вот эти вот, ну, пак ТВ-каналов, я не знаю, зачем он нужен. У меня, в принципе, я пользуюсь другими программами для просмотра ТВ. И очень редко смотрю. И то только если Матч ТВ или там что-нибудь по ТНТ поржать. Ну, в общем, такой вот интересный тарифный план. Новый. Обновился. Билайн, ну, прога, она еще раз повторяю, сыровата. Но, думаю, в дальнейшем она будет преобразована. Будет лучше выглядеть. И надеюсь на то, что сделают виджеты более информативными. Примерно как в проге мой МТС. Надеюсь, они это сделают. И надеюсь, добавят, наконец, в прогу пуш-уведомления, которые очень нужны, очень необходимы. Ну, такой короткий для вас разборчик я сделал. Оставляйте комментарии. Делитесь своими мнениями, эмоциями. Кому что нравится, кому что не нравится. Ну, а я буду следить за дальнейшим развитием. И тогда еще сделаю один обзорчик и детально разберу, что нового, как преобразилась прога. Ну, пока так, вводный обзор. С вами был Андрей Калашников, Дарт Калаш Пух. Всем пока. Благодарю вас за просмотр, за то, что просмотрели до конца. До новых видосов. Пока.